журнал для женщин. Если хотите быть настоящей женщиной, читайте наш журнал. О! Ролевые игры. Чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь и поднять интим на небывалый уровень, вы можете и должны играть с мужем в ролевые игры. Ага. Чтобы привлечь его внимание, для начала встретьте его с работы, приняв соблазнительную эротическую позу. Хоть раз в жизни почувствуйте себя дикой кошкой. Ага. 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 Где ж мне себя почувствовать-то? Это же надо все вот это выпятить как-то. Господи. Ой. Люс, что это тебе перекособочило? Нормально не заболела ты? Задумалась просто? Да все нормально, все хорошо, господи боже мой. Ну, теперь будешь об этом вспоминать. Я стою. Как у тебя дела? Нормально, давай что-нибудь. Зарплату пожру. Тебе дали? Жрать хочется, пирожочек что-нибудь там, бутербродик. Я тебя про зарплату спросила, что ты мне про жрать? Нас было трое, сегодня привезли трубы, потом канистру вина, и осталось я один. Слушай. Пахал как раб. Давай что-нибудь. Пожалуйста, слушай, мне это вообще не интересно. Я тебя спросила про зарплату. Зарплату тебе дали или нет? Я тебя последний раз спрашиваю. Серьезно говорю. Давай зарплату. Давай что-нибудь перейдем. Хочется кушать. Слушай, я не знаю, как ты... Вот ты знаешь... Я тут пока тебя ждала, знаешь, я тебе такой сюрприз приготовила. Это меню? Слушай, вот смотри. Вот. Это я жрать не буду. Это не надо жрать. Понимаешь, что это не надо жрать, это надо читать. Может, вот смотри, что здесь написано, смотри. Вот чтобы улучшить, разнообразить свою сексуальную жизнь и поднять интим, мы с тобой должны играть в ролевые игры. Я работаю на трех работах. Я домой прихожу, у меня только две роли. Жрать и спать. Все. Давай что-нибудь перекусим, может, там колбаски или что-нибудь. Пирожочек. Или пирожочки ты умеешь. Во второй роли тебе равных нету. Режиссер хороший. Вот сегодня мы будем просыпаться. Слушай, сегодня мы будем с тобой играть. Я уже все продумала. Понимаешь, я уже все прочитала. Там так интересно, ты не представляешь. Тебе это, понимаешь, тебе это захватит. Слушай, вот такая игра, ну просто, я не знаю. Вот это вот серый волк и красная шапочка. Ну давай, а? По красная шапочка я. Чего? Почему это ты красная шапочка? Мне ж пирожки. Нет, красная шапочка я. Я красная шапочка, понимаешь? Потому что красная шапочка, она сексуальная. Понимаешь, она такая, все из себя такая. А ты волк, ты такой вот волчара такой, понимаешь, такой. Вот, видишь, ты уже заводишься. Понимаешь, а я красная шапочка, я иду такая по дорожке, такая вся из себя такая. И вдруг ты волк, а я говорю, волк, волк. Скажи мне, почему у тебя такие большие? Что? Ну думай. Долги? Какие долги? Мы с тобой в сексуальные игры играем. Продумывай, что ты отвечать мне будешь. Я жрать слушай, хочу. Давай, подожди, господи боже мой, подожди. Давай вот в эту попробуем, давай. Вот это тебе понравится. Слушай, это очень интересное. Она сейчас очень популярна в Европе. Значит, называется «Шеф и секретарша». И кого я должен играть? Подумай. Секретарь? Кто придумывает? Кто главный в семье? Ты. Не сейчас.
Сейчас я секретарша, потому что секретарша сексуальная, понимаешь, она такая вся из себя, ей 20 лет, она такая идет, такая вся сама. Такие у нее голубые глаза, такие у нее волосы длинные, у нее такие ноги такие, и очки, и она идет, а ты шеф, понимаешь, ты такой властный, ты такой мачо такой. А я такая секретарша, я такая иду, такая вся из себя, такая. А ты такой шеф, а я прихожу к тебе в кабинет, и я сажусь вот так на стол и говорю: шеф, вы звали? Нет. Скажи, вызывали. Не вызывал. Шеф, а зачем вы вызывали меня? Ты же сказала, я и сказал. Ну, спроси у меня что-нибудь, спроси, на производственную тему что-нибудь спроси. Ну, только сексуальным голосом, таким, знаешь, таким низким, таким хорошим, таким голосом, таким, спроси. Ну! Где пирожки? Я жрать хочу. Ну, пришел, давай что-нибудь перекусим потом. Да дурак какой-то, ей-богу. Так, спокойно. Ну, спокойно, у нас все получится. У нас у всех получается, и у нас получится. Все, вот хорошая игра. Даже ты в нее сможешь сыграть. Это больной и медсестра. А что, как больной, так сразу я. Потому что я медсестра, понимаешь? Я медсестра, я сексуальная, понимаешь? Я сексуальная такая медсестра. У меня такой халатик такой, весь такой. У меня такое декольте, понимаешь? И вот, такое большое декольте. У меня бюст, понимаешь? И я такая медсестра. А ты больной, ты такой горячий, такой голодный. Такой. Я есть голодная, жрать хочу. Да что-то. Не в этом смысле! Ты агрессивный, понимаешь? Агрессивный. Псих, что ли? Ты нормальный. Ты нормальный, просто ты больной. Заразный? Господи, какой заразный. У тебя радикулит. Все, у тебя радикулит. Ты лежишь, а я такая медсестра. Я такая... Ты больной, ты за мной смотришь. Ты смотришь за мной, я говорю: ой, больной! Что же вы лежите больной? Встань! Мне надо тебя послушать, больной. Дышите. Спина ж сзади. Я тебе говорю дышать. Я сзади, дышу, дыши. Я бы упал, если бы дышал. Дыши. Дыши, как будто у нас любовь. Я так и дышу. Господи, мама, дыши вот так вот, как в кино. Так. Да, 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 да. А я тебе говорю, больной. Все, что вы хотите, больной. Что вы хотите? Ну! Ну! Пожрать? Ты наброситься на меня хочешь? Я не могу. Почему? А у меня радикулит. Все, сядь. Я тебе даю последнюю попытку. Последнюю. Если ты сейчас не справишься, я тебе никогда не дам жрать. Поэтому настройся. Игра — стопроцентная гарантия. Стопроцентная. Попутчики в купе. Ну? Это сексуальная игра, мы едем, понимаешь? У меня практически ничего на мне нет, понимаешь? Вообще, у меня только пенюарчик такой, а ты рядом сидишь, колесики, они так и не подсказывают, что делать, они так, знаешь, так... И стоп! Станция! Так я выйду. Зачем? На перроне пирожки часто. О, Господи, боже мой! Все, сиди, мы с тобой вдвоем. Ну, ты понимаешь, мы вдвоем, больше никого нет. Вообще закрыли. Вообще вдвоем. Все закрыли, мы с тобой вдвоем. Только мы с тобой вдвоем, ну. Я предупреждаю, я за безопасный секс. А у попутчицы... Все всегда с собой есть. Да? Да. Попутчица открывает сумочку и достает оттуда что? Пирожки. Ты что-то пропал с этими пирожками, Господи, боже мой! На кухне давно приготовила
иди, не нажрется он! Побежай, сейчас сразу... Бегемот кривоносый, да что это такое? Эти идиоты!